21-й была, кстати, Союз Парк на Олимпийских играх. А сейчас, пока 13-я. Это она была после короткой программы. После короткой 13-й, да. Но сейчас она в десятку войдет точно. Посмотрим, конечно. Австралийские фигуристы на лед выходят. Да. Брукли Хан. Помните, раньше, как существовал термин, как всегда говорили, женское одиночное катание, подразумевая, что это много срывов, много эмоций, неожиданные падения. А сейчас, конечно, последние годы это забывается, потому что порой девушки более стабильны, чем мужчины. Но мужчины больше рискуют, конечно. Сейчас 2-3 четверных уже, вся первая двадцатка, считайте, прыгает четверные, а несколько человек прыгают по 3 четверных, такие как Максим Кофтун, Хавьер Фернандес, Кевин Рейнольдс. Первый есть каскад 3-2. Тройной Ридбергер и тройной Тулуп в каскаде исполнил австралийка. А вот здесь падение с рукой еще. Тройной тулуп, двойной тулуп, хорошо. Вот. Очень красивое положение в кольце вращения. Поменял ребро внутреннее вращение. Сальков тройной. Пока только одна ошибка была допущена. Сколько позиций во вращении в законе, да, она показала. Очень хорошая центровка и позиция во вращении хорошей фигуристки. Опять ошибка с падением. Вторая ошибка, тройной тулуп с ошибкой. Что аксель двойной, это и есть чисто. Красиво арабеск. Вот здорово, когда женщина его исполняет в произвольной программе. В общем, украшает. К сожалению, не все его используют. Кто использует, хорошо исполняет. Только украшение программы. Хорошее энергичное вращение. Причем со смены она увеличивает скорость. Это здорово. Да, хорошая программа. Мне понравилась. Эмоционально она ее очень исполнила. Но вот эти две ошибки, которые с падением две ошибки. Очень серьезные ошибки. Они, конечно, не позволят ей набрать ту сумму,
если бы она, конечно, все исполнила хорошо. Очень, очень хорошие компоненты программы, хорошие. Удачно поставлена программа. Сергей Вайпан занимается этой фигуристкой. В прошлом известный фигурист. Ну, я так понимаю, что в свое время уехал в США, там работает. Она представляет Австралию, а родилась там в Соединенных Штатах. И там живет, тренируется как раз Сергей Вайпан на наших с вами экранах. Она, кстати, круто. Очень музыкальная, но это видно по исполнению ее программы. Абсолютный слух у Брукли, она играет на скрипке и даже играет в оркестре небольшого городка. И в качестве волонтера бесплатно идет уроки музыки, уроки игры на скрипке в школе. Такая вот замечательная, увлеченная, энергичная девушка Брукли Хэн. Ей 18 лет. На юниорском уровне особых успехов не было. Ну так, в общем, вторая десятка и на турнире четырех континентов. Ну просто фигурное катание. Фигурное катание — это для нее не... не цель всей жизни, не любовь всей жизни, потому что она увлеченная, у нее, вот я уже сказал про то, что она играет на скрипке, в оркестре, кроме того, она еще серьезно занимается конным спортом и участвует в соревнованиях по выездке, прекрасно причем выступает на своем уровне, но участвует в серьезных соревнованиях, то есть девушка увлеченная, разносторонняя. 144 балла, 28. Да, пятая она. Пока она пятая после всех, кто прокатался, а еще выступает очень многим.